Добрый день, ребята! А сегодня мы едем к автомобилям Mercedes Actros. Будем смотреть. История очень интересная. Есть некий черный дилер. Ну, в кавычках черный дилер, да. То есть компания, которая поставляет сюда эти автомобили, иномарки из стран Евросоюза. И я эту компанию, так получилось, что знаю. И у этой компании уже покупают различные площадки, перекупы и так далее. Хотя сама компания в том числе осуществляет прямые продажи этой же техники. Но я так понимаю, за более меньшие деньги. Ну и так поедем, посмотрим. Предположительно, это машины из Прибалтики. Ну а там видно будет. Но если из Прибалтики, то сами понимаете, какая история должна быть дальше. Поехали! 21 года машины, так оно и есть. Это от того самого, в кавычках, черного дилера машины Actros 1845. Передний левый остаток процентов, наверное, 40-45. Батоны стоят. Диски тормозные. Даже с полосой колодка берет неровно с левой стороны. С левой стороны остаток задней резины. Огромный направленного вращения континенталь. Даже паутина выросла, больше месяца стоит. Тормозной диск с левой стороны неплохой, можно сказать, без расхода, без особенного. Мерседесовские пневмобаллоны, реактивные штанги в хорошем состоянии. Здесь тоже оригинальные пневмобаллоны, и тормозной диск тоже в достаточно неплохом состоянии. Сидельное устройство в другую позицию не передвигалось. С правой стороны остаток колес такой же баллончиков, как и с левой. С правой стороны остаток протектора такой же, как и с левой. Диск изношен меньше тормозной, чем с левой стороны. С левой стороны стекло 21 года, то есть с правой. Польская машина, как я уже сказал, все может быть. Лобовое 21 года и с левой стороны 21 года. Кабина с левой стороны в точечной сварке. Рама конфигурации не менялась, хотя сидельное устройство что-то здесь еще крепилось. И здесь тоже что-то крепилось. Интересно. С правой стороны задняя стенка без следов ремонта. Imperium Track, но коробка не снималась, кардан не откручивался, оригинальный фильтр стоит на системе воздухоподготовки. С правой стороны шильдик с ВИН-номером 5320, дверные петли с правой стороны навеса не снимались. Болтика не хватает, был демонтаж пластика с правой стороны. Смотрится в салоне он вот так. Пробег не знаю, насколько заявлен тут, но есть еще целлофан. Холодильника нет, просто крышечка, а здесь холодильник. Из зеркал справа слева стоит жидкокристаллический дисплей. Инструментальная ниша, повреждений не имела, следов демонтажа нет. С
левой стороны петли навеса не снимались. Дверная рамка повреждений не имеет. Аттестация тахографа 21.09.10. Единственный раз было 53.20. ВИН номер ее. Нижняя ниша. Повреждений нет. И следов демонтажа. Верхняя инструментальная. Повреждений нет, и следов демонтажа тоже нет. Здесь все болтики на месте. Но правая сторона всегда мало видно. Несмотря на то, что лопухи. Кто-нибудь может подлез, поэтому отсюда демонтаж был. Ну все, все в планшетах, в дисплеях. Очень интересная картина. Один из них откажет, да, проводок или дисплей сгорит, и все. Крышка капота. Эта сторона бампера снималась. Крепление отсутствует. Куда-то его прижали. Оптика оригинальная. Противотуманка оригинальная. Следы подкраски, вот они. То есть правой стороной его били. И красили не очень. Поляки красить не умеют. Все понятно. Ну, полированный, конечно. Внизу. Тяга поперечной устойчивости в сайлентблоке очень, даже очень. Двигатель сухой. Гидроусилитель руля. Сальничек потеть начинает. Сейчас поднимем, посмотрим, что не так. Масло заливная крышка, эмульсии нет, но они редко когда сыпанят. Двигатель, охладитель не снимался, следов демонтажа нет, клапанная крышка не откручивалась, и клапана здесь хрен кто регулировал. С левой стороны фильтр вообще-то менялся один раз. А здесь я не вижу, чтобы ключик был. То есть система топливоподготовки, фильтр менялся. А все остальное девственное стоит вообще. Ну, следов демонтажа вроде как нет. Ничего не видно страшного. Сервисный щуп под масло, то есть заглушка. ТНВД двухсекционный Bosch. Соответственно, форсунки здесь тоже бошевские стоят, которые в России не ремонтируются. Здесь на разных двигателях с разными прошивками разные форсунки. До 4 видов форсунок я знаю. Ни один вид в России не ремонтируется, и даже продиагностировать его можно только в некоторых местах. По-моему, штук 9 или 10 стендов, которые эти форсунки могут диагностировать. Турбокомпрессор без подтеков. В интеркулере подтеков нет. Слева-справа лонжероны подкабинные передние целы, без повреждений. Ну и коробка не снималась. Все девственное стоит. Ну а пробег мы посмотрим. Все-таки поляки. Поляки, они и есть поляки. Поглядим, увидим, что с пробегом тут. Ну что, попробуем. Оп. тысячи 17 километров. Держите рядом ключ с кнопкой пуска. Иначе не заведете. Понятно. Ключ не распознан. Ага, пойду спрошу менеджера. Так, ну что, ключик с меткой приехал. Смотрим. Ну, в принципе, запуск для Commonrail почти в штатном режиме. Давление аварийное держит, система воздухоподготовки работает нормально. Дисплей жидкокристаллический, я уже сказал. Автомобиль, да. Проматываем до технических данных, да. СУТС, да. Нет бумаги. Это мы организовываем сейчас. Тахограф, распечатка. 353.20 ВИН.
24.06.21 еще номера государственного не было. А вот здесь уже есть 10.09.21. Начало эксплуатации. 16 километров. То есть ее продали кому-то. Присвоили государственный регистрационный знак. И все. И больше аттестации нет. Но на самом деле шильдиком совпадает. 10.09.21. 16 километров старт был. Ну и посмотрим, что там. Ну вот так вот дисплей выглядит. Навигатор. Русифицированная панель уже. Это хорошо. Лобовое чуть правее среднего сегмента, чуть правее. Влетел камушек, расходятся трещины, надо засверливать и склеивать. Стояла радиостанция, сняли. Кнопочка тут болтается. Здесь просто ниши. Ну и здесь ниши. Здесь подстаканники. Ну что, заявлено 163 тысячи 17 километров. Полякам я не сильно верю, посмотрим. Салон, конечно, на Mercedes красивый. Но работает он как трактор. Шумоизоляция здесь не очень, собственно говоря. Но навороченная уже, видите, с камерами. Но и камеры не очень. Закрытые зоны есть. Надо регулировать, наверное, камеру, потому что неудобно. Вообще, как-то неудобно смотреть в стойку вместо зеркала. Ну что, система Command Rail. Поехали. Двигатель, блок управления двигателем. Время работы. Расход топлива. Время обслуживания 2934 часа, то есть 3000 часов, что приблизительно равняется пробегу 163 тысячи 17 километров. Общее количество израсходного топлива, ну, почти 42 тысячи литров. Счетчик зажигания. Тысяча 200 практически включений зажиганий. Посмотрим, что дальше. Информация от блока. ВИН его. Цикл воспламенения 3806. 2934 моточаса. Пока все сходится. Измеряемые параметры. Выбор параметров. Выбираем все. Вообще машина высокоинформативная, здесь все читается, здесь датчиков море, очень удобная и для диагностики, и для опознавания каких-то неисправностей, очень все красиво, просто прелесть. Ну тарахтит он как трактор просто такой. Так, температура масла, охлаждающей жидкости после насоса охлаждения, ну у нас 51 градус, еще мало, температура топлива 23 градуса. Обороты двигателя ровные. Давление масла трешка. Но здесь очень интересная ситуация с маслом. Сейчас покажу. При температуре 75 давление единица всегда. Уровень холостого хода 0,97 бара. То есть как только двигатель достигает нормальной рабочей температуры, давление должно быть не ниже следующих значений. Уровень холостого хода 0,97 бара. Номинальная частота 3,8 бара. В общем-то, не ниже единички практически. Отклонение в топливной рампе. Ну, где-то минус 4. Уровень загрязнения топливного фильтра 40%. А его меняли. Очень интересно, да? Ну, вот смотрите, как интересно. Дизельный катализатор, окисление. Температура на входе 98 градусов. То же самое, температура на выходе 102 градуса. Это о чем говорит? Что с катализатором не все так хорошо. Температура на входе меньше, чем температура на выходе. А должно быть наоборот.
Очень интересно. Ну, все остальное, данные, в принципе, сходятся. Время с момента ввода в эксплуатации 2934 часа. Обездвиженное средство 482,3. По дням. Время с момента ввода в эксплуатацию дней 698,1 день. Забавно. Ну вот так выглядит топливная система у него. Двухплунжерный ТНВД. Рампа, форсунки, система топливоподготовки. Ну, соответственно, блок управления. Скорректированное количество на холостом ходу. Балансировка цилиндров. 78 градусов на двигателе. Температура топлива 32 градуса. Удовлетворяет. На холостых оборотах машина. Смотрим. Минус единичка, первый цилиндр. А так, в принципе, все неплохо. И шестой цилиндр, плюс 4. Отсюда вибрация. Если вычесть холостое время, время работы, скажем так, когда машина никуда не ехала, то тогда все совпадает. То есть, в принципе, пробег получается подлинный. Топливно-корректирующая составляющая тоже совпадает. Но единственное, немножко одна форсунка не очень стабильно работает. А так, в принципе, все похоже на правду. Второй автомобиль. Расход по правому колесу, наверное, такой же, 35% остаток. Диск тормозной достаточно с большим остатком. Здесь уже не батоны стоят. С правой стороны задняя стенка кабины в точечной сварке. Переход стоял раньше где-то вот здесь. Что-то было на них смонтировано здесь, на этом месте, но это не седло переставлялось, а что-то в транспортном положении, когда они шли до продажи, что-то монтировалось здесь еще дополнительное, я не знаю что. Остаток правых задних колес достаточно большой, и еще вот резинка эта жива, Conti Continental. Реактивные штанги. В хорошем состоянии. Редуктор заднего моста не снимался. Хвостовик редуктора не течет. Тормозные диски с огромным остатком. Пневмобаллоны оригинальные. Мерседес. И прям свеженькие-свеженькие передние, в отличие от задних. Здесь есть какие-то, как будто рама тут немножко поведена, она как раз над пневмобаллоном. Но и здесь также. Ну и в принципе на этом, который я первый снимал, картинка аналогичная. Кардан. Да, такое ощущение, что снимался зачем-то. Система воздухоподготовки без масла. С левой стороны кабина в точечной сварке. Коробка никогда не откручивалась. Это хорошо. С левой стороны остаток такой же, как и справа. Разницы нет, достаточно большой. С левой стороны передняя. Процентов 35 остаток. Расход тормозного диска идентичный. Интересно. С пассажирского места это все смотрится вот так. Холодильник,
выложу. Крышка капота. Передняя часть под капотом цела, повреждений нет, следов ремонта тоже. Оптика справа его родная, слева его родная. Здесь рулевой усилитель сухой, в отличие от первой машины, там немножко мокрый. Крышечки нет на опрыскиватель лобового стекла на бачок. Клапанная крышка не вскрывалась, аналогично первой машине. Охладитель EGR целый, не заблокированный. Следов демонтажа нет никаких. Все достойно. Турбокомпрессор без подтеков. Здесь все так же. Абсолютно нет никакой разницы. А здесь фильтр не снимали. Или снимали? Нет, снимали тоже. Вот она. И вот она. Здесь топливный фильтр снимался. Так. О, сервисный щуп, то есть заглушка стоит. И в принципе все по аналогии. Передняя рессора двухлистовая. Система EGR здесь очень интересно устроена. С трех цилиндров идет EGR, с трех цилиндров идет турбонаддув. На самом деле мне это больше нравится, чем система со всех цилиндров EGR. Подкабинный лонжерон с левой и с правой стороны целый. Повреждений нет. Но и в принципе следов демонтажа какого-либо тоже нет. Но фильтр топливный явно снимался. Это единственное, что здесь менялось. Судя по всему, масляные фильтра при таком пробеге не меняются вообще, и масло, видимо, тоже не меняется. Да. Рулевые тяги стоят заводские. Усилитель бампера с левой стороны цел, повреждений нет. С правой стороны усилитель цел, повреждений нет. Ну и в принципе следов какого-либо демонтажа тоже нет. С водительского кресла машина смотрится вот так. Машина с одной организацией. Я думаю, результаты будут аналогичные. Но зеркала, конечно, непривычно на стойках. Очень непривычно. Смотрим. АКБ занижен. Включить двигатель. Хорошо, ладно. Включаем. Запуск в штатном режиме. Давление держит воздушное. Заполните бак топливный, но это понятно. Так, автомобиль, да. Технические данные, да, с УТС, да. Распечатка началась. Да, но с такими зеркалами, конечно, очень сильно неудобно. Привычка нужна. Смотрим здесь. Daimler Truck AG Werkwirt. Где у него здесь? 26.08.21 присвоили номер. Государственный регистрационный знак. 43 километра. И все. И больше ничего нет. Краков. Непривычно смотрится панелька. Кладем ногу на педаль газа, увеличиваем обороты. Смотрим, как растут. Обороты полные. Рулевое колесо вращается без посторонних звуков. Люфта в рулевом колесе нет.
принципе, салон идентичный, без каких-либо повреждений. В отличие от первого автомобиля, на втором автомобиле нет никаких повреждений лобового стекла. Но и в принципе этот автомобиль не битый. Предыдущий был справа бит, и там правый сегмент боковушки и бампера был крашен, а здесь он целый. Но и пробег здесь немножко меньше, 157 990 километров. Счетчик зажигания 35 раз не завершено. Плюс 3 процесс 5 секунд после пуска, это 38. И еще 1655. Угу, почти 2000 включений зажиганий. Такая машинка продавалась раньше по 14,5, сейчас продается 14,2 с НДС. Но я не знаю, насколько дорого или дешево. 21 год с пробегом почти под 160 тысяч из Польши. Содержание золы в сажевом фильтре 0,9%. Пробег после последнего обслуживания 157 984. Зашибись. Это время в секундах после момента последнего техобслуживания. Первый запуск 21 года. Пробег 157 982,9 километра, соответствует пробегу на одометре. Время с момента ввода эксплуатации 2922,9 моточаса. Время с момента ввода эксплуатации ТО обездвижено 555 часов. Время с момента ввода эксплуатации дней 725,7 дней. В принципе, по всем расчетным показателям, что там, что здесь, все сходится, все совпадает. И топливная составляющая, и пробег без всяких там корректировок. Блок управления панели приборов. В общем, блок управления общим дисплеем панели приборов. Линия высокоскоростной передачи видео не работает. Электрическая неисправность. Это действующая неисправность. Ну что, смотрим, как работают у нас форсунки. Температура достигнута, 85 градусов. Замечательно. Машина в режиме холостого хода. Смотрим. Даже 86 градусов. По нулям. Обалденно. Это очень хорошо. Ну, она мне нравится побольше, конечно, машинка. Это она и не битая, стекло без трещины. Как-то получше так. Ну а теперь посмотрим там на давление масла при такой температуре. Сейчас покажу вам, какое здесь у них давление масла бывает при такой температуре. Вы сильно удивитесь. Единица. 1 бар при температуре 86 градусов. А в характеристиках написано, как только двигатель достигает нормальной рабочей температуры, давление должно быть не ниже следующих значений. Уровень холостого хода 0,97 бара. Номинальная частота 3,8 бара. Вот так вот это выглядит. Ну и здесь датчик давления, где установлен. Характеристики идут по датчику давления, как он выглядит. Вольтаж сопротивления, ну и так далее. Распиновка. Диагностика закончена. Посмотрим, что еще новенького нашла диагностика в режиме автоматического диагностирования автомобиля. Блок управления панели приборов, правый динамик и левый динамик. Ошибка функционирования. Это ошибка функционирования левого правого динамика. Угу, понятно. Так, что здесь? Центральный блок данных. Нарушение протокола. Активная ошибка. Модуль телематики. Передача СМС невозможна. Ну и итог такой. Эти машины выставлялись в продажу по 14,5. Тишина. Снизили до 14200, но вроде позванивают, но что-то желающих купить этот автомобиль не очень много. За 14, в общем-то, по-моему, начальник отдела покупки сказал, что выставляется за 14, но я думаю, вот из двух один предпочтительнее мне показался лучше выбрать. Я думаю, что, наверное, клиент мой этот автомобиль приобретет. На редкость удивительно поляки и не скручен пробег. Что удивительно, все совпадает. Моточасы совпадают с пробегом, с затратами по отбылю, с литражом воздуха, в системе воздухоподготовки. То есть все совпадает просто до мелочей. С топливной составляющей совпадает.
Удивительно, но факт, есть такие эксплуатанты, которые не занимаются такой мерзостью, как скручивание пробегов. Это очень приятно всегда. И вообще, какая разница, автомобилисты какой национальности? Ведь мы все автомобилисты ездим по одним и тем же дорогам. И давайте, наверное, не строить пакости друг другу, а быть нормальными людьми, относиться друг к другу по-человечески. Все болезни от нервов, только некоторые от удовольствия. Спасибо за внимание, всего доброго.